Духовная культура строится нами и вами. Укрепится истина мира. Свет пронижет тьму, свидетельствуя. У духовного мира открыты врата. Тоджи Паламтар, Чанжо Шамбале Цемур, Песер Чошин. Как алмаз сверкает свет на башне Шамбалы. Рыгден Кевуни, Тюда Набакуни, Проветюнду, Кунгэ Лулензе. Он там, Ригден Джалпо, неутомимый, вечно бодрствующий на благо человечества. Дигденди Камтанджи, Мунсунду Токчин, Туда Нювею Сирги Токи. Его глаза никогда не закрываются. В своем магическом зеркале он видит все земные события. Сакэй Дянтунги Ева Мэпа, Кенден Кенрукюнла, Кэджик Дэнитон, Пенро Цэчин. И могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не существует расстояния. Он может в мгновение ока оказать помощь достойным. Его яркий свет может уничтожить любую тьму. Он может даже изменять карму людей. Лама. Мне кажется, что ты говоришь о Майтрее, не правда ли? Мы не должны говорить об этой тайне. Существует много того, что не может быть выдано. Лама, в Веданте говорится, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Верно ли это? Бесчисленно великое, сужденное и приготовленное. Из священных писаний мы знаем об учении благословенного, о жителях далеких звезд. Все силы блага объединяются, чтобы уничтожить тьму. Творится среди жизни, среди действия, среди напряженной гармонии. Новый мир идет, идет среди изумленных и потрясенных взоров. И в новом мире, в его новых храмах сложится новая жизнь. И в ней искусство и знание. Поддержать престол любви божества. Благословенные ведут нас этими путями. Так из-под пены бури снова возносится омытый, сверкающий утес. Одинокие люди, разделенные горами и океанами, начинают думать о творческой гармонии и мысли единства. Пролетают над миром. Друзья невидимые, знаю, как нечеловечески трудно вам превозмочь все условности жизни и не погасить ваш светоч. Знаю, как болезненно для вас идти под презрением тех, кто построил свою жизнь на темных понятиях денег. Мои молодые друзья, разве не видите, что около того же огня сидят многие? Если рука ваша еще не ощутила пожатие, то дух ваш уже принял поцелуй брата. Михаил Тимофеевич, я очень рада, что экспозиция сейчас та же, но в другом помещении. Здесь есть концертный прекрасный зал.
Как вы считаете, поток людей вот за это время, вот я не была 3 года, вот не стояла у этой экспозиции, увеличился ли поток людей, которые интересуются Рерихами, которые интересуются трансгималайским путешествием? Музей начинался вот с этой прекрасной экспозиции, с этих удивительных и уникальных экспонатов. И здесь для них больше простора, больше возможностей для посетителей общаться вот, сокровенно. Здесь особое состояние. Скорее, состояние какой-то сокровенной сосредоточенности. Немного людей. Но те, кто бывает здесь, они хотят возвращаться снова и снова, вот, чтобы просто постоять здесь. В эту атмосферу, да. Скажите, пожалуйста, это знамя Рерихов? Это подлинник, знамя, да? Знамя, с которым была пройдена трансгималайская экспедиция. Да. Да. Ну, не только знамя подлинник, и личные вещи Елены Ивановны здесь. Честно говоря, где-то, когда я была в Кулу, у меня было потрясение от дома в Кулу. Знаете почему? Было такое ощущение, что как будто бы вот дом только что покинули хозяева. Вот сохранялся дух, дух присутствия Николая Константиновича, присутствия великой семьи. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вот здесь тоже какой-то был дух их. Вот когда это бывает, как вы считаете? В какое время? Дух бывает, вот опять же, во время тех событий, которые происходят вот в белом зале нашем музыкальном, когда встречаются театральные деятели, художники, когда идет экспозиция. Мы порой даже и не поминаем имя Николая Константиновича, Елены Ивановны, но надеемся, что дух их присутствует в нашей работе и в других. Михаил Тимофеевич, к нашей радости и удивлению мы здесь увидели программку Рахманинова, причем именно 2-го концерта Рахманинова 19 января 1917 года. И с него автографом. Да. Как это получилось, что здесь, в Барнауле, вдруг здесь не выступал Рахманинов, и вдруг вот такой вот реликвия такая. Нам тоже было радостно получить дар от Светланы Серебряковой, дочери Константина Константиновича Княгина. Его фотографии можно здесь видеть. В 17 году перед концертом Сергей Васильевич пригласил Костю Княгинина на свой концерт и с автографом со своим вручил ему вот эту программу, то, что вы видите на экспозиции. Глядя на старинные фотографии, или просто старые, в данном случае 26-го фотографии, у меня есть такое ощущение сопричастности. Бывает у вас такое чувство, да, что вы как будто проживали этот момент, и вот он регистрирует то, что где-то вами уже было прожито. Ну так мы сейчас это с вами испытываем. Да. И от фотографий, и вот этой трубки Андрея Викторовича Анохина, который до сих пор является авторитетом и самым солидным авторитетом в области изучения шаманства на Алтае. Вот его труд великолепный. Тоже, кстати, тех же времен, 28-й год издания материалы по шаманству алтайца. Самое фундаментальное исследование на сей день остается. У меня такое ощущение, что все, что связано с искусством, это тоже какое-то привлечение неких энергий прошлого и создание энергии будущего. Что происходит? Какая магия здесь есть? Какое шаманство здесь есть в искусстве? Насколько я понимаю, шаман тоже ведь он воплощался в тех людей, кого он хотел избавить от болезни, он вызывал духов. Но момент перевоплощения или воплощения своего там присутствует. Это эзотерический какой-то начальный этап искусства. Отсюда и развились, наверное, все искусства перевоплощения. И театр, и музыка. Сами экспонаты, конечно, они дают вот какой-то сокровенный тон, какой-то сокровенный звук. Ну, наверное, и не случайно. Вот остановитесь на этом инструменте, пожалуйста. Камуз. Это камуз, да? Вот знаменитый, который здесь на губах играет, да? Совершенно верно. Но ведь это не только вот явление алтайской культуры. Это явление мировой культуры. Да. Да. Это призыв чего-то. Ведь вот ощущение такое, вот как колокольчик буддийский что-то призывает, так и камлани алтайцев что-то призывает. В музыке услышать не только слышанное, но и то, что за реальными физическими вибрациями.
то, что слышал и Вагнер, и Скрябин, и ты, и Рахманинов. Но часто люди ограничиваются восприятием только вот этого внешнего слоя. А что за ним? А что дальше? Именно в музее благодатная среда, где можно к сокровенному прикоснуться через видимое, через осязаемое. Вот так же, как мы в нескольких слоях, как физическое, да, наше существо проявляется, это физический, энергетический, эмоциональный уровень, да, ментальный и духовный. Вот так же и произведение искусства. Оно может быть выражено в каких-то физических данностях, но не может, не всегда состояться как произведение искусства, потому что нет либо энергетики, либо ментального, либо духовного нет. Хотя внешние признаки искусства есть. Такое мертвое искусство. Бывает так. Есть физическая данность, есть энергетика, есть напор, но нет того, что выше. Это тоже еще не искусство. И вот только то произведение искусства, которое содержит в себе все семь слоев, во всех семи сущностях проявляется, вот только это высокое искусство. И такого очень немного. С рейхерских материалов начинался музей. Это не случайно. Радость. Радость? Радость. И знаете, какой-то звук изнутри и звук вовне. И вот какое-то удивительное единение. Стояла радуга, и не одна, но две, и в радужные ворота стремилась широкая опь, великая опь. Твоя благодать наполняет руки мои, в избытке льется она сквозь мои пальцы, не удержать мне всего. Не успеваю различать сияющие струи богатства. Твоя благая волна через руки льется на землю. Не вижу, кто подберет драгоценную влагу. Мелкие брызги на кого упадут. Домой не успею дойти. Изо всей благодати в руках крепко сжатых я донесу только... Шамбатиона река стремительно катит по порогам и камням. Кто не пострашится перейти ее? А на той стороне живут люди М. М — самая священная буква алфавита. Она скрывает имя грядущего. Катит камни Катунь настоящая, и не построен еще город на месте новом. К югу шаманизм заменился учением про белого Бурхана и его друга Айрота. Про доброго Айрота знают все, а любимое имя алтайское — Николай. Жертвоприношения отменены, и заменены сожжением душистого вереска и стройными напевами. Ждут скорое наступление новой эры. Дорогой Инчи, что же такое белая вера Алтая? Наталья Сергеевна, мы сидим... в том месте, где берет начало нашей великой реки Катунь.
подножье Белухи. Здесь недалеко Белуха. А по-алтайски эта река звучит как Кадын. 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 Это река Кадын. Это женщина означает. Потому что она берет начало именно той святой, святой горы Троицы. Учтимера. У подножия трех великих вершин, которые поклонялись испокон веков наши предки. На Алтае есть две великие реки, как вы знаете. Кадын и Би. Бия. Мужчина-владыка. Владыка. Да, владыка-мужчина. Би. Они сливаются, образуются окна. У Бурхана нет грани, ограничений каких-то. У него нет предела. Бурхан — это свет белый божий. Ахтиян Бурхану говорит. Вот эта Бурхан, она объединяет, мне кажется, всех религий. Потому что у него нет определенности. Бурхан — это Бурхан. Это и есть религия. Может быть, не религия, а философия всех религий, всех миров. Но Белуха не только Бурхан есть, мне кажется. Мне не кажется. Я говорю, что мне кажется. Это неправильно. Вообще поклонялись. И отшельники приходили сюда из разных мест. Поклонялись. И Николай Константинович Рерих именно здесь, побывав на Алтае у подножия Белухи, не зря. Он пришел сюда, зная ранее. Он раньше знал, что будет здесь, что он увидит здесь. И он увидел. Он увидел и познал частицу вот этого мира, который бы когда-либо люди всегда должны были бы знать, верить, идти к этому. В механизме существует три бога, как мне я с детства все время туда поклонялся. Это Ишхурустан. Ишхурустан Удайспар. Ахтеянда. Раньше алтайцы поклонялись, как же тебе-то? Вот держа руки вот так. Да. Ага. На макушке. То, что у человека находится на макушке здесь, это направлено туда, вверх, прямым стержнем. Верхний бурхан. Там есть люди такие же, как и мы. Там, где... Да, она... Мы видим во многих фильмах фантастических и так далее, и там нам показывают там уродливые там какие-то существа, цивилизации, которые и так далее. А мы видим там людей, такие же, как и мы. Хотя у них развитие, вот эта цивилизация, на много столетий опередила. Можно так сказать. Ну, у нас в религии, у нас, ну, такие же люди, как мы. Но они пояс носят на уровне плеча. Почему-то все говорят, на уровне плеча. Потому что в верхнем мире, там люди, они носят пояс на уровне плеча. Вот. И вот это то, что здесь светлое, мы направляем туда, к тому миру, к той цивилизации. Мы всегда почтим их, то есть не забываем. Мы молимся им, белому бурхану. Там есть цивилизация. Раньше как поклонялись алтайцы. Вот так держали руки, вот так, да? На макушке. Ах ты дэм, ах ты анум. Вот, я смотрю, видите, прекрасная сегодня погода. Вот на восток, это где Белуха стоит. Я обращаюсь, смотрю на Белуху. Вот так от сердца и от души говорю. Ах ты ты махтияным. Ах санам. Чем бы сюда смахты ерунду, бы хорошо поклонялись, да? Ах ты ты махтияным, это значит моя собственная, моя светлая макушка, светлой мыслью направляется вам туда, Бурхан. Мои мысли чистые, сосредоточены вам. Мое чистое слово, сердце, которое здесь чистое слово, оно говорит правду вам. От чистого сердца все это идет. От чистого сердца все это направлено к вам. Ханаше. Эти люди видят нас, всегда видят. И... Может быть, они рядом с нами сейчас. Мы же их не видим. Они нас видят, слышат, да?
Ну, человек иногда ощущает своим сердцем. Присутствие. Присутствие, да. Они дают понять, что они рядом с вами. Хотя тяжело их тоже воспринимать, понять, они с нами рядом или нет. Но все-таки чувствуешь, что они с нами рядом есть. Второй бурхан, Ичугурустан, который мы поклоняемся, это наша земная цивилизация. Вот мать-земля, которой мы сидим, которая породила нас. И Бог на земле, это мы с вами, люди. То, что на земле творится, это творится именно человеческими знаниями, человеческими руками, правильно? Это Бог-человек на земле. Пояс носит середина вот живота, да? Это средний мир, поэтому пояс носит, это не так просто. Если мы своим разумом не будем стремиться вверх, на будущее, конечно, это уже конец нами самим. Но я очень рад, что сейчас вот Наталья Сергеевна, ваше появление на Алтай, ваши святые, святыню. Вот представьте себе, Наталья Сергеевна, я вот все время думаю, ну это провинция России, маленький Алтай, наша родина. Здесь течет великая река Катунь и гора Шумер-Белуха, которая притягивает со всего мира гостей, своих прекрасных людей. Белым умом, чистой души. Вы сейчас приехали сюда. Это не для того, чтобы я вот по вашему разговору понял, не для того, чтобы развлечься, отдохнуть, лишь посмотреть, сфотографировать, отснять, уехать, а именно познать, именно изучать ту религию, которая на стадии, на грани исчезновения. Когда-то было, посвящался Рерих сам. Рерих, когда побывав здесь на Алтае, он говорил, у него великие, замечательные есть слова Рериха. Вот почему-то все время я задумываюсь над этим. Может быть, это время и наступает сейчас, что Рерих сказал. Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено именно этому средоточию. Вот именно это мы сосредоточим. Может быть, вас не зря сюда привело это сосредоточение? Размытая ливнями дорога утомила коней. Остановились в Кырлыке. Придется здесь просидеть ночь. Не жаль провести ночь вместе, где родилось учение о белом бурхане и его благом друге Айроте. Имя Айрота приняла целая область. Именно здесь ждут приход белого бурхана. Когда-то, очень давно, все алтайцы жили одной дружной семьей. И никакой враг не был им страшен. И дочерей выдавали замуж в соседние племена, и мужей из тех племен приглашали жить в свои айроты. И был у них один бог — Бурхан. И был тот бог добр и справедлив. Всех жалел живущих и постоянно твердил: «Не трогайте цветы и травы. Вы люди, а не звери. И вам они не нужны в пищу. А главное, люди имели мудрые книги, которые написал для них сам бог Бурхан. И в тех их книгах все было узаконено и расписано на тысячи лет вперед. Каждый человек мог узнать свое будущее и уберечь себя и своих близких от ошибок.
Айтканаргалкыш болзун, Агурханым. Ал бытымай тирейн майтрейн. Бурханышча. Сейчас надо мыслить об искусстве. Надо ощутить и утвердить высший проводник духа-утешителя. И когда искусство войдет действенно и неудержимо и просто во все духовные и общественные проявления, тогда оно будет внесено и во всю современную жизнь. И по этим каналам приблизится ко всякому человеческому сердцу истинные пути благословения. Откройте в школах пути к творчеству, к великому искусству. Замените пошлость и уныние радостью и прозрением. Развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребенка. Бичи человечества пошлость, одиночество и тягость жизнью минуют молодую душу творящего. Откройте пути благословения. Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Сердце – радость в устремлении кверху. Марья Васильевна, я знаю, что вы настоящий потомок семьи Атамановых. Конечно, мы очень сильно этой интересуемся и бытом семьи, и как выглядел сам Атаманов. Он вам дедушка? Дедушка родной. Родной дедушка. Любимый дедушка. Любимый дедушка. Ну, сердце помнит. Дедушку во храме я очень хорошо помню, его ласку, внимание. Это для нас было большим праздником поехать в гости к дедушке во храме. Или когда дедушка во храме к нам приезжал. Сколько у нас было радости. И он обычно приезжал к нам всегда с подарками. Что-нибудь привезет, даже цветочек где-то рядом сорвет. Может быть, и привезет. Букетики такие красивые сделали. Когда мы приезжали в Верхний Умон, он всегда нас так ласково встречал, на руки возьмет и в свою комнату. Вот, вот это, вот где Верик жил, это по левую сторону, а другая комната была по правую. А он же, у него травники были. А травники он вел переписку с Индии, с Китаем, из Петербурга ему приходили эти травники, значит, лекарственные растения. Mm-hmm. Вот. И я сама, мама уже нам рассказывает. То есть это книги, которые... Маленькие, от... большие, маленькие, разных размеров книги. Книги, да? Вот, uh-huh. Вот к этим книгам он уже нам как-то, как-то больно подходить и там копаться не разрешалось. Но он старообрядец был. Старообрядец он был, посты все соблюдал. И вот я фотографию показывала там. Mm.
постыл он своим сыновьям играть на гармонии, это все запрещалось. В такие дни играет, а в посты уже нельзя. И в масленицу кататься нам, мы вот уже катайтесь, а вот в масленицу, а пост тогда наступит, уже тогда нельзя в санках кататься, это уже сатане прямо в пасть он был, это религиозник, соблюдал посты. Но на Пасху особенно это было. И сарафанчики у нас были, платочки, фарточки, все у нас, мы это уже приехали, но вечером. И он нас встречает, и сразу же туда, к молебне, подходим. Пение такое, голоса такие, у меня сейчас не слышу, вспоминаю. Платки темные, платочек, и как-то вот показать бы, как одевались. Вот, дай мне платочек, я покажу. Вот так платочек. Кнопочкой. Смотрели. Вот так все, чтобы волос никаких не видно, тут ничего. Вот такие вот. Все вот в таких платочках. И обычно темненькие. Но у нас были темные с желтыми краб, такими горошек и поля такие. Вот запомнила даже этот платочек. И иконы большие. Я больше не видела таких икон. И вот такая серьезность, такая обстановка, такое торжество. Как другой мир, да? В другом мире. Вот я часто это вспоминала, и вот сейчас особенно. Здесь была ограда, и тут ворота вот так нашли. И прясла такие же были. Кто? В амбаре-то? Индус. Индус? Индус. Он сильно тосковал по родине, плакал, дедушка-то уже тоже переживал за него. Древняя мудрость перенесла в Сибирь драгоценные горы. Сумир, Субур, Сумбир, Сумеру. Там кузнец кует судьбу человеческую на серебряных горах. Белы снега и бело серебро самой белухи матери. И разноцветные травы превыше всадника, и звучит все беловодьем, истинно звени город. На пути к Уймону толковали о добром Айроте вестники белого бурхана. Но старик-старовер улыбнулся. И вовсе это не Айрот, а Ермак Тимофеевич ободряет край наш. Это он камень бережет. Камень. И вся страна камень великий, адамант драгоценный. Во храме и по завету мудрых ничему не удивляется. Он знает и руды, знает и моралов, знает и пчелок, а главное и заветное, знает он травки и цветики. И не только он знает, как и где растут цветики, и где затаились коренья, но он любит их и любуется ими. И до самой седой бороды, набрав целый ворох многоцветных трав, он просветляется ликом. И гладит их, и ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пантелей-целитель, не темное ведовство, но опытное знание. Здравствуй, Вахромей Семенович, для тебя на Гималаях жарцвет вырос. Говорят, да.
помощница, дочь моя. Агафьей зовут. Жена прибаливается, все хозяйство на ней делает. Справишься, Агафья? Ну так а что, где 10, там и более. Справимся, конечно. Да и мы поможем, можем. Спасибо. В области Акема следы радиоактивности. Вода в Акеме молочно-белая, чистое беловодье. Через Акем проходит 50-я широта. Работы для жизни и сознания чистоты. Оставьте все предрассудки, мыслите свободно. Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем. Сосуд не расплесканный. Самые синие, самые звонкие горы. Вся чистота. И несет он сосуд свой. А со студенного хребта лучше всего видно саму Белу, о которой шепчет даже пустыня. Ледник на Белухе за 15 лет отступил на 180 метров. Где-то на юге, за степью Губарь да за Апонским царством, праведна страна есть, и живут там люди русские, и веру старую они в чистоте хранят. И храмы у них старые, и жизнь старозаветна. А еще над тем беловодьем колокольный перезвон слыхать. Но попасть в то царство не всякий может. Вот которые суетные люди, ну, обыкновенно какие, подойдут к беловодью, так оно все туманом покрываться, густым да белым. И колокольный перезвон те суетные люди только редко-редко когда слышат. Да, дочка. А бывает, что беловодские люди вот выходят верхом на конях по особым ходам по Ергору. А был также женщина беловодская вышла. Уже давно. Ростом высоко, статно, лицом темно, темнее, чем наше. Одета в долгую рубаху, ну как бы в сарафан. Сроки на все особы. В 23-м году Соколиха-то с Бухтарминскими в беловодье поехала. И никто не вернулся. А недавно случилось от Соколихи письмо. Пишет, мол, беловодья-то не нашла, но живет хорошо. Ну, а где живет, про то не пишет. Много народу шло в беловодье. Наши деды атаманов да артамонов тоже ходили. Пропадали 3 года, но нашли святое место. Только не позволено им было остаться там. Пришлось вернуться. Много чудес говорили они об этих местах. Но еще больше чудес не позволено им сказывать. А с каких же это пор пошла весть от беловодья? Эта весть пошла от калмыков, да, от монголов. Это они передали нашим дедам. А с бухтарминскими-то мы теперь и не знамся. Они, видишь, прикинулись коммунарами, да и понаехали грабить.
А главное, старинные сарафаны. Их же теперь сарафанниками и зовут. А теперь, гляди-ка, одумались. Встретит, дык морду воротит. Все же таки человек. Стыдно. Стыдно, конечно. Ведь они что, приедут, понаедут сюда? Сундуки раскроют, самые лучшие шали достают, разрывают их пополам и на ноги наворачивают, на портянки. Вот и что было. Как под белою да под березою да, ой, лей, лей, да под березою да, мужину учил да все угрюмою да, ой, лей, лей, да все угрюмою да, как жена мужу да не корилась да. Значит, в основе сведений о Беловодье лежит сообщение из буддийского мира. Тот же центр учения жизни перетолкован староверами. Путь между Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету. Здесь также пещеры и тайные ходы от Тибета через Куэньлун, через Алтентак, через Турфан. Длинное ухо знает о тайных ходах. Сколько людей спаслись в этих ходах и пещерах. И я стал сказкой. Так же, как черный аконит Гималаев превратился в жар цвет. Вы чего это, Юрий Николаевич, со своей стрекотной машинкой все за мной ходите, ходите? На фильм у тебя, Агаша, снимаем. Ну, какую-то же на фильм. А будешь у нас дома по стенке бегать? Кто, я-то? Ну уж, сказали. Тебе жениться бы надо, Юра, здесь, у нас. На ты него... не будешь бегать с этой машиной-то трястись. На его нашу-то рубаху одеть. Так правый парень стал. Дайте-ка я вам, Агаша, помогу. Ну-ка, ну-ка, подсоби. Ничего, ничего. Ничего, ничего, ладно. Ой-ой-ой, последний щи разбил. Оленьи камни, каменные бабы, стены безымянных городов. Истинные пути народов еще не выявлены. На Уймоне показывают чудские могилы, камнями выложенные. О, вот здесь и ушла чуть под землю. Когда белый царь пришел Алтай воевать, и зацвела белбереза в нашем краю, так не захотела чуть остаться под белым царем. Ушла под землю и завалила проходы каменями. Сами можете видеть их прежние входы. Но не навсегда ушла чуть. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, вновь вернется чуть со всеми добытыми сокровищами.
Можете принесла? Попробуйте, вкусные. Попробуем. Вкусные, говоришь? Николай Константинович, я вот вам еще каменьев принес. А этот самый красивый Елене Ивановне. Да это горный хрусталь. Откуда, Алеша? Да я недавно за батончиком в пещеру лазал. Там их много. Вот я один и отодрал. Шибко крепкой. Ну, спасибо тебе. Да не за что. А пещеры глубокие, Алеша? Пещеры глубокие. Дна не видать. Я на веревке спускался, чуть не убился. Пещеры-то у нас глубокие и широкие. Так что кони проходят в иные места. Прислушались ли вы к вашему сердцу? Трепещет ли оно в ритм совершенного сердца, которое вмещает вас всех? Пусть женщина утвердится на этом великом символе. Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братом лет ходил, с этим братом сивоним, с этим братом кашу ел, с этим братом песню пел. Слушайся, Танечка, дай на ручку теперь посмотрим. А чего ты такая грустная? Ничего. На Катуне и на Бии встанет брат на брат. Будет избиение великое. А потом начнется новая жизнь. Учите детей понимать значение каждой мысли, поступка, каждого проявления природы. Укажите, что вся жизнеспособность зависит от мира невидимого, от невидимых лучей, исходящих от великих подвижников духа. Дети легко усвоят реальность и силу этой незримости, ибо воображение их еще не расплено сомнением. Нужно отучать детей от страха смерти, которой нет. Нужно уничтожить ужас смерти и прикасание с невидимым миром. Мир этот так же неизбежен, как и земная жизнь. Он может открыть нам красоты неизреченные. Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные союзы. Сердце может приобщиться к дальним мирам. Майтрея есть век сердца. Утверждаю устремление к явленному построению храма сердца. И храм в духе, и оправдание в духе, и победа в духе. Так приучайтесь к творчеству мысленному, так победим тьму. Елена Ивановна, это все сидит и пишет, и пишет. Ведь не с книжки пишет, а по памяти. А сам-то уехал на конь с дедуней искать какие-то пещеры. Да ты че? Точно. Ага. Отсюда пойдешь между Ертышом и Аргунью. Трудный путь. Но, коли не затеряешься, выйдешь к Соляным озерам. Самое опасное это место. Много людей погибло в них. Но, коли выберешь правильное время, то удастся тебе эти болота пройти. И дойдешь ты до гор Богогорши. А за ними начинаться...
еще труднее дорога. Коли осилишь ее, придешь в Какуши, а затем возьми путь через самый Ергор к самой снежной стране, а за самыми высокими горами будет священная долина. Это оно и есть само Беловодье. Коли душа твоя готова достичь это место через все погибельные опасности, тогда примут тебя жители Беловодья. А коли найдут тебя годным, то, может, даже позволят тебе остаться с ними. Но это редко случается. Познавшая, откуда вода белая пошла. Пошлет гора камни Катуни, сносят камни берега белые, разделяют камни брата от брата. Закраснела кровью Катунь, идет война. Белая гора, ты ли послала красные камни, где твое Беловодье? Возьму посох кедра, окручусь белую одеждою, подымусь на белую гору, у нее спрошу, откуда пошла белая вода? От горы, от самой вершины показались 40 сороков вершин. За ними светится гора белая. Камень ли горит? Тайна обозначилась. Пойдем, братья, на этот свет сияющий. Невиданное увидено. Неслыханное услышано. На Белой горе стоит град. Звон слышен. Петух в срок закричал. Удалимся в город и послушаем книгу великую. Вот и гости наши поехали. А в охраме Семенович-то провожать их пошел, что ли? Поехал. Они батюшку-то нашего с собой в Индию звали. Ох, а в Индию? Да, в саму Индию. Да только он нас остерегся бросать, не поехал. А сам какой-то грустный сделался. Оленьку-то тоже хотели с собой взять? Лена Ивановна ее в дочке просила. К ней отдали. Они и на Беловодье были. Ну, прямо на самом Беловодье. 3 дня там гуляли. Идешь, с одной стороны горы, с другой болото. Никто не мог туда дойти. Туман покрывал, только петухов слыхать. А им раскрылось. Но! Василиса-то скатерть оттуда привезли. Кирьяну рубаху,
скатерть бела, вышита с черными цветами. Ишь ты. Шаль белу вязану. Все из Беловодья. Так и чего там не остались? А сам-то я ответил, что другие страны повидать надо. И много еще чего сделать. Полетай, кострелота, полетай, кострела, долета. При свете костров, мы идем при сиянии звезд, мы дойдем при молчании духа, когда золото солнца вспыхнет внутри нас, поражая неправду.